представитель Федеральной миграционной службы Российской Федерации, такая пани Виктория Гичко, заявила, что все жители Крыма, не имеющие крымской регистрации на 18 марта 2014 года, считаются иностранными гражданами и должны до 19 апреля выехать за пределы России. До чего мы уже договорились, не мы, а российские чиновники. До черговых депортаций, деякі народы Крыма уже пережили такое ставление. И сейчас мы є свідками подготовки Российской Федерации до чергової хвилі.